Девчонки, всем привет-привет! Доброе утро! Не только девчонки, но и ребята тоже. У меня сегодня настолько суперское было утро, мы с Ваней успели абсолютно все. Мы успели убираться, потому что мы вчера так было лень, и мы решили, давай уберемся завтра утром. Встанем пораньше, встали мы около 8:30, где-то около 9 часов утра, поубирались. Я уже сделала все заготовки. Я вчера приготовила Наполеон, так что он у нас вот стоит. Замариновала морепродукты с болгарским перцем для салата. Вот, это такая вот заготовочка, которую я вчера сделала. И сегодня я уже подготовила все овощи и мясо. Сейчас покажу вам. Будем, когда вернемся с аэропорта, нужно будет поставить в духовку, запекаться. Вот такая вот красота. Здесь у нас кабачок, болгарский перец, итальянский перец, картошка, грибы, лук-порей и свининка. Вот. Так что все это у нас готовится, маринуется и будет ждать. Ой, какие запахи пошли. Так что стоит, все ждет. Ну и второй салатик, он будет овощной, с помидорами, с сыром. И просто всякая травка будет и заправлено все там этим оливковым маслом. То уже можно будет сделать уже по приезду. Так, помимо всего этого, я еще успела помыть волосы, я успела отснять видео на бьюти-канал. Да, сейчас вот иду закрывать объектив и хочу взять флешку, чтобы все скинуть. Короче, сегодня утро просто бомбезно. Еще и мама мне позвонила, я успела и с мамой поговорить. Да, Пума? Пума что-то кричит, что-то хочет, сама не знает, что хочет. Еще успели посмотреть мы сегодня квартирный вопрос. Ну, просто... гениальный день, когда все распланировано, когда пораньше встаешь, то обязательно все при все успеваешь. Это замечательно. Так, выезжаем мы в 12 часов, а сейчас только 40, без 20 минут. Вот, то есть у нас пока что еще время есть. Кто тут ко мне пришел? Пусянечка. Кто здесь ко мне пришел? Моя девочка. Пуся, ты готова, что приедет к нам ребенок домой? И будет тебя мучать, потому что он ребенок. Она, видать, чувствует, ходит, орет, мяу-мяу-мяу. Ладно. Так, что тут у нас? У нас тут нужно скинуть. Скинуть. А вот это нужно закрыть. Да. Что Ваня вчера у нас влог монтировал. Сегодня буду влог монтировать я. Канцеляр. Так, это можно закрыть. Ой, сегодня будем монтировать влог в спальне. Компьютер переедет туда, в нашу спальню, потому что... А почему? Потому что Алинка с малым будут спать здесь. Так, ладно, все, ребятки, я буду делать дальше дела и скоро к вам вернусь. Все, ребят, мы уже выехали, включили музончик, и я такая молодец, я же поставила батарею заряжаться, пока Ваня собирался, пока я монтировала видео, вот, и мы выехали, и я совсем забыла ее вставить обратно, поэтому мы вернулись, я быстро взяла батарею, и все. Все, теперь вот камера хорошо, работает. Хорошо, что мы далеко не уехали. Да, что далеко не уехали, что я сразу вспомнила. Ты не в аэропорту захотелось снять. Ага, и не говори. Хорошая у тебя привычка, сразу машину сели и что-то сказать. Прям. Да, вот прям отличненько. Так. Было бы вообще шикарно, если бы ты в лифте захотела снять. Меньше бы возвращались. Ну, да ладно, 5 минут потратили, потеряли, но ничего. Мы успеваем, она еще не прилетела. Ну, еще будет выходить. Потому что нам спокойненько, можно ехать тихонечко. Все такое. Я смонтировала видео, мне осталось единственное, что не успела добавить музычку. И все. А так полностью сделала видео. Что я сегодня вообще 12 часов дня, я кучу дел сделала. Все, Ваня так круто. Спать. Помыл машину, да, заучку. Да, так классно машину помыл, наконец-таки. Ну, давно ее не мыли. Ну, мы снаружи мыли. Да, снаружи мыли, а внутри, я имею в виду, не мыли уже очень давно, так что Ваня здесь все понадобится. Запускать так нельзя уже. Потому что это было тяжело. Я весь пот. Да, полтора часа выдраил машину, пока это все делала дома. Ваня мыл машину. Так. Что он у меня сегодня? Мультик.
вот классную штуку. Вы нам про нее уже говорили. У нас была такая фиговина. Она сломалась. Да, только она сломалась. И вот мы купили новую. Туда флешку вставляешь и все. И у нас идет идет всякая разная там, музыка. Супер, объяснение на 5+. Как эта штука называется? Ну, это FM-передатчик. FM-передатчик? Да, то, что он делает, имитирует радио. Ну, то есть создает там... Свое радио. Свою волну, и ты уже там ставишь музыку. Ладно. Все, включаем, а то там музычку новую закачали. У нас тут же CD-чейнджер есть, то есть мы, по идее, могли сюда ставить обычный... Диск. Как он называется? Магнитофон. И все. Но мне не хотим покупать магнитофон. Да, ну в эту машину покупать магнитофон не надо, не стоит, не да, но того не стоит. Стоит. Нет, не стоит, не надо. Все, мы с Ваней уже в аэропорту. Мы приехали в терминал 2Б, а нам нужно в терминал 2А. То есть нас нужно шпилять в другую сторону. Пешочком идти. Ну ничего, прогуляемся, потому что мы рано приехали. Нам уже 35 минут ждать. Можно было бы подождать, пока я музычку вставлю в видео, поставлю выводиться и ехать. Ты можешь с телефона подключиться. Да, ну нет. Делать все с телефоном. Не, не хочу. Не хочу с телефона. Ты хочешь? Нет. Мне нравится на компьютере, я там все быстрее намного делаю. Ну что, 35 минут есть, чтобы сделать. Да нет. Нет? Ну как хочешь. Мы стоим и ждем. Ну уже потихоньку люди выходят, так что... Наверное, выходят те, которые без багажа. Которые с ручной кладью. Угу. Ну им же еще нужно паспортный контроль пройти, поэтому не так все быстро будет. Ну, мы уже 20 минут ждем. Угу. Я долго попил бы что-нибудь и поел бы. Домой приедем, покушаем. Правда, еще час нужно будет ждать, пока приготовятся. Ну, салатики будем. Да, салатики можно покушать. Наедимся салатиками, потом уже ничего не захотим есть. Давайте проведем эксперимент. Ой, ой. Закружилась голова? У нас нет. Стоит, ждет. Сидим, смотрим детский канал, какой-то мульт. Это Вики, мы включили детский канал. А здесь такой мультик, этот Кольт Леопольд. Короче, уже все покушали. Тут салат. Ты же показывала, да, то, что мы готовили? Готовы, но в виде нет. Нет? Ну, вот это у нас средиземноморская жемчужина солёт. Солёт. Салат. И этот как называется? Это просто овощной с... Просто овощной с сыром. Этим. Как и он? Мясо у нас было, вон оно лежит, может, да, и мяско там было у нас с овощами тоже. Короче, у нас все с овощами. Правильно. Что мясо? Было. Вот он. Все было вкусно. Ты покажи, все что довольны. Нам привезли. Смотрите, что нам привезли. Рыбка называется муксун. Муксун. А еще банка в холодильнике стоит. Оленина. Тушенка с олениной. Где она? Там. Куда где-то ты спрятала? Я не вижу. Подожди, а куда я ее брала? У нас вот холодильник забит. Смотрите. Колбаса. Тоже с оленины, да? Это колбаса, кстати, сыровяленая. Угу. А кто? Из кого она сделана? Из кого? Тоже оленина. Да, тоже оленина. Угу. Где моя мама? Сейчас мама твоя придет. Ку-ку. А что ты будешь делать, Сань? Что у тебя в рюкзачке есть? Кстати, мой племянник. Наконец. Что у тебя там интересненького есть, а? Да, ребят, мы приехали сейчас в Барселону. Гуляем по набережной. Все гуляем. Вот. И сейчас еще просто рановато. И после набережной мы поедем фонтаны смотреть. Вот. Но пока что жарко. Но вот наши гости радуются жаре, кайфуют от жары. Народ, кстати, до сих пор не расходится на море. Что, расходиться? Это еще самый класс купаться. Ну, вообще, да.
Ваня прав, сейчас самое то купаться. Солнца этого пекла нет. Да, сейчас погода классная. Вот, кстати, мы шли-шли, пирожок нашли. Нашли цены, чтобы вот, видите, вон парашют летает. Вот мы с Ваней очень хотим покататься, и мы нашли цены. У нас в Барселоне, вот сейчас кому интересно, сейчас расскажу. Ой, сейчас попытаюсь открыть. На одного человека 90 евро стоит, на два человека 160 евро, ну и так далее. Вот, и тут прям листовочка со всеми ценами. Так что будем теперь с вами иметь в виду, потому что, ну, хотели мы на таких штуковинах покататься. Что, в сумочку? Я теперь в курсе всех цен. Мы фоткаемся, взяли фотоаппарат. Уже классные фотки сделали. Вообще. Я думаю, вечером еще круче будет. Ой, ну народу очень много. Мы приехали на Пласу Каталонию. Сейчас фоткаемся возле фонтанчиков. Здесь так круто. Вообще замечательно. Короче, отдыхаем. Уже с голубями пофоткались. Все, погонял Санек, племянник мой. Жарко. Мы гуляем по Рамбле, только что с племянником фоткались. О, как жарко. Что? Нету машины? Несите дальше. Пойдем дальше искать. Ребенок хочет машинку. Мы идем искать машинку. Катя нашла себе очки. Это стильная. Не ветер, а вентилятор дует, у меня платье все разбивается. Тут мы малому очки ищем, нету? Это большие. Куда? Да, все. Фух, наконец-таки мы добрались до фонтанов, до Пласа Испании. И вот сейчас через 10 минут начнется представление, и Ваня пока что фоткает, вот, а мы пока гуляем и сейчас пойдем туда вниз спускаться, ближе к фонтанам. Такая вот красотень Барселона. Ух, ребята, только что увидела подписчицу. Сейчас покажу вам доказательства, но я что-то так вообще как-то затупила насчет влоговой камеры. Правда. Я не знаю, почему я ее не достала. Я сразу достала телефон. Так, сейчас я вам покажу. Смотрите. Это моя подписчица. Круто. Круто. Не знаю, этот год просто какой-то столько... подписчиков мы встретили, да, в этом году. Что? Да. Так что вообще круто. Так, мы собираемся домой, потому что наш малыш уже все вырубается. Пора уже ехать домой, ложиться спать кое-кому. Ты размыта. Включи так, чтобы я была... Все, ты не размыта. Не размыта? Mm-mm. Кто приехал домой и хочет кушать? Катя макарон. Нет, с сегодняшнего дня это будет Саша макарон. У меня есть единомышленник. В этом деле единомышленник мы нашли. Так, ложки. У тебя твой еще брат единомышленник. А, да, Димка-то, родной брат, он-то это тоже. Это зараза. Это у нас семейное. Будем доедать. Ну я только один ел, второй не ел салат. Кстати, второй его почему-то меньше. Только я ел. Ты что, всю миску съела? Похоже, что да. Тут красотка лежит, спит на... Ага. Ты что тут делаешь? Сбежала от племянника. Ой, лапочка. Я сейчас буду монтировать влог. Мы только что досмотрели, не то что досмотрели, мы смотрели сериал, вот, и уже пора ложиться спать. Завтра
довольно рано нужно встать, потому что мы завтра с Ваней едем в Барселону по делам. Сначала отведем Алинку с Сашкой в этот торговый центр. Короче, завтра все увидите. Ой, сегодня день такой, уже так устали уже сегодня. Сейчас буду умываться в душ и ложиться спать. Так что всем, ребяточки, вот такие вот дела. Я пытаюсь одной рукой брать застежку. У нас покрывало новое. Короче, смотрите, с одной стороны оно идет коричневое, а с другой стороны белое. Так. Да. Можешь включить, чуть-чуть охладить? Ну, чуть-чуть. Потом, когда будем ложиться спать, выключим. Только поставь поменьше, ой, точнее, температуру побольше. Угу. Да? Прикрой дверь. Может, кстати, у нас уже все тихий час. Мы спрятали. Давай откроем, посмотрим. Okay. Зай, давай откроем, посмотрим. Давай. Давай завтра. Давай сейчас. Давай завтра. Ноги и умываться. Ну что, ребята, будем с вами прощаться. Я буду сейчас монтировать, Ваня идет в душ. Так что всем спокойной ночи. Пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.